Всем привет! Сегодня у нас две посылки, вот такие вот, небольшая распаковка будет. Первое — это смартфон Xiaomi A1, второе — это ручки Xiaomi, которые были по распродаже, там 11 штук за 10 с чем-то долларов и получается 0,99 центов за пак ручек. Тогда многие набрали, я тоже не исключение взял, по-моему, это должна быть вторая версия. Указали, что это MP4 плеер, телефон брался за 147 долларов. То есть он все равно в лимите, но, видите, указали, что это MP4 плеер. В таком пакете коробка Mi A1, вот так это все выглядит. Это 3,32 гигабайт версия. Давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Это должна быть Global, да, Global версия. 4 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной. Двойная камера Qualcomm Snapdragon 625. Так, ультра тонкий. Полностью металлическое тело, 5,5 дюйма, Full HD дисплей. Так, дуал камера, Android, Snapdragon, 5,5 дюймов. Вот так это все выглядит, такая вот коробка. Коробка открывается. Давайте посмотрим, запустим. Итак, внутри у нас закрыто, это хорошо, потому что последнее время кто-то бьет упаковки и они помяты. То есть был ролик у меня, даже есть там телефон один, вмятина такая, как будто ломом бахнули по упаковке, но телефон там оказался целый, сверху был чехол, здесь же тоже он защищен, Mi A1, так вот. Вот, а он лежит вообще внизу, то есть с обратной стороны. Но если сюда удар придется, то... А, наоборот, это вверх. Я перепутал, и это вверх, а это низ. То есть вверху лежит, и... Но коробка плотная и такая картонная, что не разломается. Давайте, пока он будет включаться, смотрим. Да, он действительно очень тонкий, приятно сидит в руке. Вот выглядит так. Снизу у нас Type-C для наушников, разъем 3.5, микрофон. С этой стороны только у нас лоточек для сим-карт. Сверху у нас микрофон и инфракрасный. С этой включение и качелька громкости. Да, полностью металлический, очень приятно сидит. Android One тоже написано. Touch ID и двойная камера, вспышечка. Вот, давайте выберем язык, посмотрим, возможно, ему захочется обновиться. Давайте это пропустим. Транспортировочная пленка наклеена, наклеена криво немного, ну ничего страшного. Все, запустился. И Mi Community, восстановление приложений, обновление системы Android. Давайте 1152 мегабайта. Давайте сразу скачаем обновление системы. Вот, очень красиво все выглядит, очень прикольно. И мне этот смартфон очень нравится. Вот, ну пока качается обновление, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Далее идет вот такая вот коробочка. В комплекте идет защитная пленочка с тряпочкой для протирки стекла. Вот, фирменные Xiaomi. Вот, комплект найдет. И давайте, скрепочка прикреплена здесь. Интересное решение, вот раньше такого не встречал. Вот. Инструкция на английском, как вставлять сим-карту, либо карту памяти и сим-карту. То есть здесь такой вот слот. И дальше у нас шнурочек. Шнурочек Type-C. Обычный, мягенький, прикольный. Ну, мягенькая оплетка, но сам он жесткий. Вот. И зарядка 5 вольт 2 ампера. Итак, обновление установилось. Все отлично. Телефон очень мне нравится, все отлично, Banggood могу советовать, то есть 147 долларов я его брал, вот все отлично. Откладываем и давайте посмотрим на наши ручки. Кстати, только что переписывался с подписчиками в канале и говорят, что Mist Express постоянно с Banggood, Mist Express приходит почти всегда, указывают MP3, MP4 плеер и в районе 20 долларов цену. Поэтому это стандартная практика магазина Banggood. Если новой почтой, то указывают полную цену, я так понимаю. Итак, ручки пришли, и ручки это второй версии, то есть металлическая версия. Вот.
не пластика, а металлическая. В районе 3 баксов они обычно торгуются. Получается, я уже не помню, сколько я взял. Давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть серебряных и пять золотистых я взял. Вот, серебристая у меня уже открыта. Я их брал в основном на подарки. Вот, но одну давайте откроем для того, чтобы посмотреть. У меня есть серебристая и одна золотистая теперь будет. Вот, остальное, может быть, раздарю друзьям. Вот, она так откручивается. Вот, ПМЭК. Меджия. ПМЭК. Все отлично, шарик на месте, защитный. Давайте его сбросим. Для сравнения, серебристая. Вот этой серебристой я пользуюсь уже около года. Покупал ее, наверное, в сентябре-октябре прошлого года. Вот я ее пользуюсь уже. И вот она выглядит. Так, и попробуем что-нибудь написать. Пишут они черной пастой, все отлично, немножко вот она, а нет, все хорошо. Ну, просто эта упаковка такая, сейчас возьму другой листик и попробуем на обычной бумаге написать. Да, на обычной бумаге пишет отлично. Вот. Немножко, видите, уже прошло несколько секунд, но паста размазывается, поэтому нужно быть аккуратным. Она присыхает, но присыхает не очень быстро. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!